Всем огромный привет, рада всех приветствовать на канале. Сегодня снимаю, наверное, самое долгожданное видео о моих любимчиках и фаворитах компании Avon. Так называемая десятка лучших продуктов. И первый продукт – это средство для интимной женской гигиены. Такое в виде очищающего мусса меня порадовало, покорило. И я его теперь просто убрала все гели и поставила мусс на первое лидирующее место. Он не только хорошо очищает, справляется с сухостью, устраняет любые запахи, и плюс ко всему это просто, безусловно, экономичное и комфортное средство. Такая вот пенка образуется. Кстати, дозатор тоже просто такой прям удобнейший. И, в общем, в целом говоря, это фаворит мой номер один. Следующий продукт – это тоже мусс, только он уже идет для ножек, он тонизирует, охлаждает, и это просто незаменимый продукт вечером, когда приходишь с работы или с какой-то прогулки, когда болят ноги, тяжесть присутствует, и в целом ноги просто охота куда-то оторвать и выкинуть, вот этот мусс, он поможет сразу же мгновенно. Здесь достаточно большой объем, 150 мл, и этого мусса хватает. Ну, не знаю, уже месяца 4 пользуюсь, и он у меня никак не заканчивается, и бутылочка до сих пор такая прям увесистая. Им очень комфортно пользоваться, и дозатор также выдает спрей, который начинает на глазах лопаться, такие пузырьки начинают лопаться, трещать, создают сразу эффект охлаждения, приятный аромат, такой нежный, ментоловый. И в целом, конечно, как я уже сказала, это просто фаворит номер два. В 2018 году меня порадовал еще один фаворит, и это новиночка, охлаждающий спрей для ног, мята и алоэ. И сначала я просто, в принципе, как бы не поняла этот продукт, он просто охлаждал, но потом все-таки тоже он... ликвидировала запах, там, если ноги потеют, предотвращал его, но потом я заметила, что, используя его также вечером, он охлаждает ноги, снимает усталость, и, в принципе, конечно, здесь также такой просто большой объем, он идет в виде спрея, конечно, расход у него идет немножко уже менее экономичный, но в то же время все равно... Этим продуктом, безусловно, приятно пользоваться. Пахнет мятой, такой прям нежной. И просто вы должны попробовать, пока его не сняли с производства. Я надеюсь, что его все-таки оставят, и мы будем наслаждаться этим прекрасным продуктом. Следующий фаворит – это скраб от Clear Skin. В одном из видео про фавориты я его уже показывала, но тут я его решила включить именно... По той причине, что сегодня такие наиболее прям сильные фавориты, и этот скраб, он просто не мог не войти в этот топ. Здесь 75 мл, в зависимости от года производства, он раньше был голубой, сейчас уже давненько идет зелененький. Состав здесь отличный, он очищает, скрабирует великолепно. Тоже уже пользуюсь не один год этим скрабом, и... Он у меня не заканчивается, здесь идет такая достаточно мелкий, в общем, вот этот вот гамаш, который очень хорошо скрабирует, ухаживает за лицом, убирает какие-то такие небольшие черные точки. При регулярном использовании, конечно, убирает вот этот блеск, жирность в Т-зоне и борется с постакне просто великолепно. Запах тоже идет такой ментоловый, мята такая прям ярко выраженная. И плюс ко всему, конечно, для тех девчонок, кто любит гамажи, скрабы, он вам, я думаю, понравится и станет вот истинным прям... фаворитом. Моим фаворитом он является, кстати, еще с начала 2000-х годов, когда я только первый раз его попробовала. Для очищения кожи у меня есть еще один фаворит этой серии InU Clinical. Вот такой вот ровный тон, профессиональные очищающие подушечки с комплексом 5 кислот. Эти подушечки, они также представлены в серии Clear Skin. Они вот такие вот тоненькие, как обычные спонжики, только... такие прям тонюсенькие, они пропитаны кислотами, и
вот этой вот баночки хватает на 3 курса. То есть им нужно пользоваться этими подушечками через день 10 раз. То есть получается 20 дней, здесь 30 подушечек. В общем, 3 курса спокойно можно использовать. Запах, да, такой прям кислотный какой-то, но они очень хорошо работают. Еще я знаю, что в серии Clear Skin тоже есть подушечки. Они, девчонки говорят, по составу одинаковые, отличается лишь только цена. Поэтому обратите обязательно внимание, сейчас осень, зима и весна, нужно активно ухаживать за лицом с кислотами, чтобы сохранить кожу красивой, чтобы не было проблем. В общем, обратите внимание. Далее фаворит, если говорить про уход за кожей, не знаю, конечно, как вообще рассказывать про этот крем, но, наверное, влюбилась я в него с первого взгляда, он подходит для любого возраста, это такая интересная линейка, его почему-то мои клиенты называют черный крем. К сожалению, вам его показать не могу, он у меня уже пустой, я вот сейчас, мне в заказе должен прийти такой кремик, и... Я, конечно, отдаю ему всю свою душу, этому крему. В комплексе этого продукта содержатся различные масла. И если, конечно, у вас сильно жирная кожа, то вам может показаться, что он оставляет жирность, но это такое какое-то такое изменчивое такое чувство. Если, конечно, кожа хорошо очищена, то жирности никакой нет, а если все-таки жирность есть, то пропитывать после впитывания минут через 20 салфеточкой. В целом эффект после этого крема просто наишикарнейший. Если им пользоваться хотя бы 30 дней, не пропуская, и хотя бы использовать один раз в день, но преимущественно вечером на ночь, то вы увидите такой результат, которого вы, в принципе, можете увидеть только от какого-то люкса, сверх такого крутого. В общем, этот крем, он ничем не хуже люкса. Но теперь переходим к декоративной косметике. 6 продуктов я показала, и осталось еще 6. И начну я все-таки, наверное, с вот этого спрея, который я показывала постоянно в своих косметичках, и частенько про него рассказывала. Вы знаете, девчонки, вот спрей этот просто действительно... классный. Я не ожидала от компании Avon такого качества. Он действительно фиксирует макияж. Это спрей для фиксации макияжа. Он фиксирует макияж. Он, им можно фиксировать как полностью макияж, так и макияж слоями. То есть нанесли бибишку там или какой-то тональник, зафиксировали, нанесли пудру, зафиксировали там, если надо, хайлайтер. В общем, он очень хорошо фиксирует слоями. Это огромный плюс. Сразу дает вот этому спрею, и запах приятный, фиксация где-то часов на 8, на 10, это как минимум, и вы знаете, я еще этот спрей приспособила фиксировать им даже волосы где-то, где у меня появляются какие-то такие вот пушки, и, конечно, я безумно вообще в восторге от этого продукта. А здесь идет такое прям мелкодисперсное распыление. И спрей, кстати, очень быстро высыхает на лице, предотвращает какую-то блеск, убирает и носится, как я уже сказала, очень долго. Сразу же попробовав вот эту вот транспарентную пудру, вот эту вот беленькую прям пудру от компании Avon, тоже в нее влюбилась. Это мой второй уже... Вторая моя баночка очень классно фиксирует макияж. Если говорить о помоле, то помол, конечно, для меня он хороший, но девчонки говорят, что он крупноват. Ну, не знаю, я не замечала какой-то крупности помола. Распределяется и тушуется она очень хорошо, впитывает в себя абсолютно любые недостатки. Если где-то вы перенасытили... я не знаю, хайлайтером или там еще каким-то бронзером, то вот это все уберет, жирность впитает, сделает лицо вашим идеальным и причем тоже на долгое время. Выглядит она вот так вот, беленькая, очень-очень беленькая и очень хорошо наносится и, как я уже сказала, очень хорошо распределяется, матирую кожу и... В общем-то, смотрится это все более чем красиво. 9-й продукт – это также декоративная косметика. И в 2018 году покорила меня серия
люкс, это помадки вот такие вот, которые в зарубежных каталогах уже давным-давно присутствовали, а у нас только появились в 2018 году. Это так называемые помадки, которые идут с бальзамом. Этот бальзам, он визуально увеличивает объем губ и делает такое, придает нежное покалывание губкам, что, кстати, достаточно очень красиво смотрится на губах. То есть действительно губки начинают как-то себя вести по-другому. Плюс ко всему, конечно, эта помадка, она имеет, так сказать, разные совершенно оттенки в каталоге, и можно приобрести совершенно любую. У меня идет в оттенке вот в таком вот. Для любителей красивых объемных таких губ и очень деликатно таких накрашенных, не вызывающих, в общем, эта помада очень сильно понравится. Обязательно присмотритесь к ней. И последний фаворит, наверное, самый-самый глобальный, от которого я вообще не ждала ничего, но он покорил, я знаю, просто всех поклонников Avon. Это вот такой вот гель, лак гель Shine от MAC. И это у нас идет коллекция лаков с эффектом втирки. Этот лак, я не знаю, там, по-моему, присутствует 5 оттенков у меня в оттеночке. Вот в таком вот. Я бы назвала этот лак лак мечтой, потому что помимо того, что он очень хорошо наносится и очень долго носится, и не сколы у него появляются примерно где-то на третьи сутки, если хорошо обезжирить ноготь даже обычным средством для снятия лака, то, конечно, очень красивый эффект создается, когда вы наносите в два слоя. Не знаю, мне безумно нравится, я им пользуюсь, но, честно скажу, это, наверное, единственный лак, который я экономлю. Надо, наверное, приобрести и поставить себе в запас. Здесь также очень удобная кисточка, которой достаточно очень хорошо и удобно наносить покрытие. Она и не толстая, и не тонкая, набирается лак так вот даже очень как-то нормально. Не знаю, нет никакого перебора. В общем, обязательно присмотритесь к вот этому лаку. Я думаю, что он вам тоже понравится. Именно эффект втирки обязательно вот обратите на эту серию лаков. Вот такие у меня были фавориты компании Avon 2018 года. У меня есть серия видео про фавориты. Она находится в плейлисте «Фавориты Avon». И просто есть у меня, по-моему, плейлист Avon, в котором также у меня собраны все видео про компанию Avon. Спасибо всем за внимание, что оставались со мной до конца. Всем удачи, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.